Всем привет, с вами Валера. Хочу сказать большое спасибо всем тем ребятам, кто оставил мне свои комментарии после моего видео, предыдущее видео, которое я выставил. Спасибо вам большое за ваши теплые слова, за то, что вы, несмотря на такой большой перерыв в полтора года, все-таки остались со мною. Остались быть моими подписчиками, поэтому всем вам большое спасибо. Также большое спасибо новым подписчикам. И постараюсь, конечно, больше так не пропадать на такой длительный промежуток времени. В этом выпуске я вам хочу показать свои модели. Модели автомобилей, которые я сделал в том году, в позапрошлом году. Некоторые модели я вам уже показал в видеоролике, как изготовить. И сейчас у меня на данный момент в моей коллекции присутствует 4 автомобиля разных модификаций, именно для перевозки арбузов, дынь, в общем, там лука, картофеля, для того, что используется многими нашими соотечественниками, теми, кто живет на юге, и они нам доставляют свою продукцию на рынок. Поэтому мне захотелось вот как-то так сделать такую коллекцию, вот такие модели, что я и сделал. 3 модели вы уже у меня видели, но еще раз расскажу. Последнюю модель, которую я сделал, это был вот данный КамАЗ. Я этот КамАЗ вам уже показал, как его делать. Так приблизительно рассказал принцип работы. Вот вы можете видеть, в принципе, КамАЗ получился. В принципе, мне нравится, модель интересная вышла, будет такая, можно сказать, даже реалистичная, и она теперь у меня стоит в коллекции. Потом я сделал, перед этим я делал и показывал видео, как сделать на ЗИЛ-130 тоже такие же вот борта наращивал с помощью реек, пластика. Это видео есть на моем канале, вы можете посмотреть. У меня, я вот сделал 2 вот таких разных по конфигурации, по форме, то есть кузова модели. Сделал, вот вы можете видеть, двери у всех, борта, все это откидывается, все это опускается, так же, как и на КамАЗе. Единственное, конечно, кое-где там добавил декали, добавил брызговики, постарался вот так вот по мере возможности, вот вы можете видеть, даже установил колпаки сзади, запаски, покрасил там зеркала, гудок поставил. Гудок этот ставил, сразу скажу, это 35-й масштаб. Это было для модели ГАЗ-М-ка легковая, собиралась. Я просто не стал ставить там данный гудок, потому что он ставился под капот, и его уже не видно было. Поэтому я решил их не ставить, я их сохранил. И вот один гудок пригодился, я его поставил на ЗИЛ-130. Эти вы модели у меня уже видели, я их уже показывал, как я их делал. Вот. Это так вот, что у меня сейчас есть. И делал еще вот такую вот газель. Газель я тоже делал по фотографиям из интернета. Единственное, тут надстройка сделана по фотографии реального автомобиля. Единственное, что там кабина покрашена совсем в другой цвет. И, но сам не факт, не в суть, не в том, что кабина другого цвета. Главное, что я сделал надстройку. Она, в принципе, соответствует оригиналу. Все, вот вы видите, я перекрасил кабину. Бампер я не стал красить в черный цвет. Поставил дворники. Добавил тут такие вот имитации поворота, противотуманок. Вот вы можете видеть такие вот прозрачные стеклышки. Нанес декали. Что здесь еще было сделано? Установил вот тут как катафоты сзади.
Борт у меня с ним открывается и опускается вниз на данной модели. Добавил фартук сзади. И вот у меня получилась вот такая вот газель для перевозки тоже овощных культур. На данный момент, я говорю, я сделал вот только 4 модели. Насколько я знаю, больше из советских автомобилей я пока что не встречал самодельных надстроек для перевозки каких-то фруктов, овощей. На данный момент, насколько я знаю, это только есть КамАЗы, ЗИЛы и Газель встречается. Не знаю, видела, попадалась один раз фотография МАЗа 500-го бортового, но в реальной жизни я такие модели машины не встречал на базе МАЗ. Поэтому вот так вот я решил сделать, разнообразить свою коллекцию. Вот то, что я сделал, я вам сейчас показал. Конечно, можно разнообразить, можно сделать для КамАЗа еще прицеп. Но я посмотрю, если я смогу купить раму от Max Models для КамАЗа, то я, может, даже еще и соберу прицеп для КамАЗа. Именно в таком же плане сделаю, и будет у меня КамАЗ уже с прицепом. Поэтому такой вот небольшой краткий обзор по тому, какие я модели сделал для перевозки бахчевых культур и фруктов, овощей. Я заканчиваю. И дальше, конечно, буду продолжать показывать уже то, что сделал и то, что буду делать. И, конечно, всем хочу сказать еще раз большое спасибо. Спасибо, что вы смотрите мой канал, что вы подписаны на меня. Тем, кто еще не подписался, подписывайтесь. И я обещаю, что буду показывать, буду рассказывать, что я делал. И буду давать какие-то ссылки на те сайты, на те форумы, где я беру, черпаю идеи для создания каких-то моделей. Поэтому еще раз всем вам большое спасибо. С вами был Валера, и до встречи.